Начнем мы сегодняшний конкурс песни и пляски сольного выступления товарища Газманова. А я девушек люблю, я их вместе соберу, вдоль по линии прибоя за собою уведу. А продолжим мальчишникам. Девушки бывают разные. Бывают Эспера, бывает Некси, бывает этот Матиз. Небольшой автомобильчик, но очень такой забавный. При объеме двигателя почти 800 кубиков, меньше литра. Самый маленький объем, на котором мы ездим, он выкачивает 50 кобылочек, корейских лошадочек, и едет вполне резво. Видите у меня на глазу, да? Небольшой фингальчик. Это я сейчас Алексея Юрьевича снимал. Так вот, пока снимал, пока ехал, я тоже набрался впечатлений об этой автомобильке. Причем, надо сказать, только хороший. Машинка сама по себе очень маленькая, с виду, снаружи. А вот когда в нее садишься, совсем наоборот, очень большая. По объему я бы сравнил ее с нашей 12. Так вот, Део Тика, прошу прощения, Део Матис, Тика, к сожалению, почил, потому что, ну, устарела машинка. Это тоже продукт компании General Motors, ну, точнее, одного из его подразделений. Американская машинка, хотя корейская, скажем честно. Отличительные особенности корейских автомобилей. Ну, во-первых, как всегда, это небольшая цена. Цена этой машины 260 тысяч рубликов. Почему рубликов? Да потому что собирается она в дружественной республике Узбекистан. Кстати, собирается очень неплохо. И останавливая свой выбор на подарки для девушки, подруги, жены. Ну, в общем, для славы половины человечества. Если выбирать автомобиль А-класса и при этом учитывать соотношение цена-качество, я бы остановил выбор на этой машинке. Давненько мы не бывали на автоцентре Weld. И вот сегодня они нам предоставили на тест-драйв эту абсолютно новую машину с уникальным пробегом 2000 километров. Только из Узбекистана. Так вот, эта машина с Узбекистана доехала в одном бензобаке. Имеется в виду в заполненном бензобаке. Аппетит этой машины 4 литра в смешанном режиме. Ну, 4,5. Если еще и кондиционер включен. Да, он есть здесь. Ну так вот, если вы решили порезвиться, то лучше выключить кондишн. Потому что при включенном кондишне эта машина ехать отказывается. Все-таки объем 800 кубиков сказывается. А так, можно вполне и с ветерком. Что касается оборудованности автомобиля, мы уже говорили, что здесь есть кондишн, здесь есть магнитола. То есть для такой машинки это, ну, полный фарш. Передние стеклоподъемники. Замечательно. Этот автобус, ой, простите, этот микроавтобус нам на тест-драйв предоставила фирма Weld. Наши старые-старые знакомые. Мы у них давно не были, но вот появилась такая возможность. И, пожалуйста. Такая приятная, маленькая городская штучка. Что касается подвески, я бы сравнил подвеску этой автомобильки с подвеской Skyline. Такая спортивная, очень упругая подвеска. Так вот, если вы уже решили для себя купить в семью еще один, второй, а может быть третий автомобиль для города, обладающий симпатичной внешностью, просторным внутренним объемом и небольшой ценой, с приемлемым аппетитом, то Део Матис для вас. А мы вам скажем, желаем вам ездить на этой автомобильке и огромных творческих узбеков.